До конца мая на Северном Кавказе было сравнительное затишье. Обе стороны готовились к решительной борьбе. Добровольцы к тому, чтобы захватить главные узлы железных дорог, отрезать Кавказ и с помощью белого казачества очистить область от красных. ЦИК Кубанско-Черноморской республики к борьбе на три фронта – с немцами, с белым казачеством и со вновь ожившими бандами Деникина. Красная Кавказская армия, состоявшая в подавляющей массе из фронтовиков бывшей царской закавказской армии, из иногородних и малоземельной казачьей молодежи, насчитывала до 100 тысяч бойцов. Главком ее, Автономов, подозревался членами Кубано-Черноморского ЦИКа в диктаторских стремлениях и непрерывно ссорился с правительством. На огромном митинге в Тихорецкой он обозвал ЦИК немецкими шпионами и провокаторами. В ответ на это ЦИК заклеймил Автономова и прикнувшего к нему Сорокина бандитами и врагами народа и предал проклятию и вечному позору. Вся эта буза парализовала армию. Вместо того, чтобы начать концентрическое наступление тремя группами на добровольческую армию, находившуюся в центре расположения этих групп, Красная армия волновалась, митинговала, скидывала командиров и, в лучшем случае, способна была на трагическую гибель. Наконец-то московские декреты продолбили упрямство краевых властей. Автономов был назначен инспектором фронта. Командование северной группы армии перешло к угрюмому Латышу, подполковнику Клонину. Сорокин остался командующим западной группой. В это как раз время к добровольческой армии присоединился полковник Дроздовский с 3000-м отрядом отборных и свирепых офицеров, стоивший в бою каждой 10 рядовых бойцов. Подтягивалось на конях станичное казачество, из Петрограда, Москвы и со всей России просачивалось поодиночке и кучками офицерство, прослышавшие про чудеса ледяного похода. Атаман Краснов, хоть и скуповато, но снабжал оружием и деньгами. С каждым днем добровольческая армия крепла, и настроение ее раскалялось умелой пропагандой генералов и общественных деятелей, неумелыми действиями краевой советской власти и рассказами прибывающих с севера очевидцев. В конце мая ее уже не могли раздавить местные силы красных. Она сама перешла в наступление и нанесла северной группе Красной армии Калнина страшный удар на станции «Торговая».